Kemal Kılıç hem şunun bilen dua kılıp namazımızını, beyremimizini evlena zunubene bifadlike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allahümme ya eyyuhen nebiyyü Allahümme nasur men nasarettin. Несколько лет тому назад, в начале 90-х, мы направляли по 14 тысяч паломников. Сегодняшнее наше жертвоприношение означает то, что Всевышний был милостив к своим созданиям и запрещает пролитие человеческой крови. Поэтому мы, мусульмане Российской Федерации, выступаем за то, чтобы не было войны на территории Ирака, чтобы была дана возможность международным инспекторам завершить свою работу.